Всем привет. Какое же имя выбрать? Идея. Смешаю парочку. Ну какие же мне выбрать? На что если Мэй плюс Кэрри? Равно Кэрри Мэй. Отныне меня зовут Кэрри Мэй. И я помню, что я обещала Артике. Артики будут всем. А это значит, что Артики будут Лайм Фокс, Мисси, Поли Ири, Теменяша и там Флаттерша. Ей она немножко не вместилась. Ну и на этом все, ребят. Всем удачки, пока. И я вас затроллила. Во-первых, здесь у нас небольшое заданечко есть. Вам нужно узнать, что я изменила на фоне. Немножко приближишься, вы догадались. Я думаю, человек догадается, у кого я что-то убрала. Ну, да. Ну и на этом все, ребятки. А на самом деле опять не все. У меня есть парочка новостей, которые я должна вам рассказать. Это, во-первых... Блин, куда я пошла? Во-первых... Да, у меня опять... Ну, как вы видите, у меня нифига нет проектов, которые я делал, переделал. У меня даже была готова серия с приложением. Я не тупо лень ее заново делать, рисовать. Поэтому свадьба уже делается. Да, вы это видите. То есть у них тут будут традиционные нарядики. Да. Делается мем Копикот. Ребят, я не буду сюда никого добавлять, потому что это мем по истории какао будет. Да, я придумала свое. И еще, ребятушки, у меня большая новость. Ну вот, то, что вот как раз таки я говорила, чтобы мне поверили, чтобы Флати не обиделась еще. У меня, во-первых, еще одна рубрика скоро будет. Она будет называться «Какао-телк». Она выйдет сегодня. Да. Хочу сказать огромное спасибо Поли Ири за то, что добавили меня в мем. Вот это вот просто я это поставлю куда-нибудь. Мне просто нравится. Ой. Вот. То есть это вот этот вот я использовала, чтобы здесь Мисса влезла. Вот. Вот. Тебе... Флати, тебе тоже арт будет? То есть арты будут всем. Я еще тут перескриншотила. Не знаю зачем. Ну, да. На этом все. Теперь уже точно. Ну, и сейчас я... Вот как раз-таки наш Ibis Paint X. Вот это пробую скачала, чтобы не спрашивали, какой именно я скачала. Да, это Полинка. Угу. Первый раз рисовали. Ну, вообще не в первый раз, а в четвертый. Просто парочку проектов я удалила. Да. Ну, и на этом, ребятки, точно все. Всем удачки и всем пока.